что не дает утренний витязь последних известий. Сегодня в цехах Луганского тепловозостроительного завода имени Октябрьской революции начались испытания нового локомотива. Будешь барабанить по утрам? Буду! Верстак, каланча, телеграфный столб! Что? Что ты делаешь? Отдай барабаны! Отвали отсюда! Не твои барабаны не трогай! Ах ты! Отойди, говорю, отдай барабан! Пойдешь к этому микрофону и будешь говорить. Ну-ка, давай прорепетируем, что ты скажешь? Дорогие наши выпускники, сейчас, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Он возвестит Федор Кузьмич. А можно я скажу ку-ку? А вот этого говорить не надо. Давай. Ира, поздоровайся со мной. Да остань, не буду. Ну, поздоровайся. Не хочу. Здорово. Давай, Ира, давай, Федорова. Давай, Ира, давай, ну, поздоровайся. Давай, Федорова. Ну? Ну, поздоровайся. Не хочу. А поздоровайся со мной. А с тобой я не хочу. Строится 7А. Булкин, я кому сказала? 8, 9, 10. Ну что ты как маленький, ну? Встань.
тихо, тихо. Скорее, ребята! Федоров, ну поздоровайся. Ну не хочу. Татьяна Петровна! Татьяна Петровна! Ну что тебе? Федоров не здоровается. Поздоровайся с ним, ради бога. Федоров, ну поздоровайся. Татьяна Петровна! Татьяна Петровна! Скорей! Что ты хочешь от меня? Ну, Федоров не здоровается. Что ты от меня хочешь? Я с тобой поздоровалась. Здравствуй. Очень странно. Татьяна Петровна, я не хотел вас обидеть. Замолчи. Я прошу построиться ровно, в 10-й раз. А где Мухин? А Мухин 121-й сон по расписанию досматривает. Слезь оттуда. Где Мухин, Федоров? А почему вы у меня спрашиваете? А у кого меня спрашивают? Откуда я могу знать? На базаре молодая картошка появилась. Надо бы... Ты почему в таком виде? Пусть он скажет. Папа, он меня укусил. Укусил? Ты кого кусаешь? И за что кусаешь? Его, за руку. Где мой ремень? Оставь его. Человек из него не получится. Пусть хоть барабанщиком будет. Реакция неплохая. А сейчас мы подъезжаем к дому знаменитого баскетболиста Андрея Мухина. Утром рост 2 метра 5 сантиметров, вечером 2 метра 4 сантиметра. Здравствуй. Это его сосед, болельщик. А вот бежит младший брат Андрея, Сева Мухин. Андрюша, привет! Осенью вы все должны принести сочинение на тему «Как я провел лето». Как я провел лето. Возьмите листочки, запишите. Ну, опять как я провел лето. Опять потом. Это ты, Булкин, чем-то недоволен? Ну, что каждый год одно и то же? А что, Булкин, ты можешь предложить другую тему? Могу. Пожалуйста, встань, сообщи товарищам. Я предлагаю немного изменить тему. Так, каким образом? Тарарухина, милая, перестань хихикать. Например, так. С кем я провел лето? С кем я провел лето? Вот видите, общее одобрение. Сядь, Булкин, сядь, милая, сядь и помолчи. А что? Может, хватит? Прекрати сейчас же. Отправлю сейчас Федору Кузьмичу. Не отправить. Почему ты так думаешь? Во-первых, с ней последний день занятий. А во-вторых? А во-вторых, я вам нравлюсь. Слушай, Батон. Вот видите, вы даже называете меня как друг. О, товарищ Мухин, здрасте. Здравствуйте. Внимательно вас слушаем. Что скажете? А 7-й Б уже на воле. Куда? Я не разрешала никому вставать с места. Я кому сказала? Все по местам. По местам, я сказала. Полная тишина. А что, мы рыжие, что ли? Мы тоже хотим в футбол играть. Как маленькие, честное слово. Никакого терпения уже не осталось. Я отпущу вас через полчаса. Я тоже хочу в футбол играть. Садись, Мухин. Хватит. Посмеялись и хватит. Так, значит, привет. О сочинении мы договорились. Чего опоздал? Да так, поплавал немножко. Ребята, запишите список литературы, ну, как? Которую вам необходимо Чего? Прочитать на каникулах. Здорово. Все это прекрасные авторы. Ух ты! На что меня? Прекрасные книжки, которые, я надеюсь, слушай, вы читаете с удовольствием. Потрясающе. Гоголь, Байрон, Мольер. Ага. Это по программе. Ладно. Мухин, что мы сейчас записывали? А? Что мы сейчас записывали? Мы записывали... А, вот. Гоголь, Байрон, Мольер. Спасибо, Мухин, садись. Пожалуйста. Спасибо. Теперь запишите дополнительную литературу. Кейны, лирика, Брэдбери. Брэдбери. 451 градус,
Можете записать цифрами? По Фаренгейту. А ты, Яков, отстань. Вот, сегодня же испробую. Мухин, ну что в конце концов? Марш к доске. Что там? Причешись. Иди сейчас же к Федору Кузьмичу. Асанова, прекрати. И объясни там свое поведение. Федор Кузьмичу. Угу. Галоши бы снял. Федорова, ты кого это дожидаешься, а? А тебе-то что? Да знаем, знаем кого. Ну, вспомни. Что? Ну, откуда? Пара-па-пам-пам-пам. Ты что, глухая? Ты же знаешь, что у меня нет музыкального слуха. Давай, давай, шевелись, шевелись. Сам шевелись, не в ластах. И я и шевелюсь. Не моргай. Я не моргаю. Мимо тоже мне мазила. Сам мазила. Першки у птички, у Ирки две косички. Ах, так? Да так. Ну, держись. Я-то держусь. Ага, проиграл? Проиграл, проиграл. Не, нет, проиграл. Нет, 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 нет. Да ты все время проигрываешь. Спокойно. А между прочим, что ты будешь делать летом? У нас же практика. А после практики? Наверное, поеду в лагерь. И я тоже. Ой. А потом? Ирочка, привет! Здравствуй, Валера. Кто это такой? Это Валерка. Он удивительный. Чем это он удивительный? А всем. Ну чем это всем? А почему ты злишься? Кто злится-то? Ты, я же вижу, злишься. Надень очки. А что ты будешь делать после школы? Вступлю в институт. А потом? Буду работать. А потом? Выйду замуж. А потом? У меня будут дети. Сколько же у тебя будет детей? Не знаю. А потом? Я стану бабушкой. Ты бабушкой? Ничего смешного. У меня будут внуки. А потом? Потом я умру. Как умрешь? А что будет со мной? А ты? Ты будешь стучать на своих барабанах, кататься на воротах, задавать дурацкие вопросы. Федорова! Федорова!
Я тоже умру в тот же день. Вот увидишь. Отдай портфель. Не отдам. Я ухожу. Ну и уходи. Не уйду. Как хочешь. Пошли в кино. Я подумала. Ну, отдай портфель. А ты пойдешь в кино? Я сказала, что подумаю. А я буду ждать. Я уже сказала. А я все равно буду ждать. Это и есть твой талисман? Да. Не бойся, не отниму. Оп. Что ты делаешь? Как что, жду. Ну и глупо. А если я не приду? Значит, у тебя нет сердца. Очень глупо. На голове. Сначала Майка встанет на голову, потом я. Как дела? Ну что там, причесывается. Скажи, чтоб побыстрей. Хорошо. Скажи, чтоб побыстрей. Мы устали. А я-то лучше стою на голове. Сашка, это ты? Я. А это кто в штопоре? Жених. А? Жених. Жених, а. Здравия желаю. Мухин. Наслышан, наслышан. Что тебя заставило спикировать на пол? Да так, глупость. Ну что ж, бывает. Что передать? Пускай поторопится. Я сейчас приду. Ого. Ничего. А где у вас буфет? Прямо направо. Спасибо. Побыстрее, пожалуйста. Ага, спасибо. Без дачи, пожалуйста. Здрасте. До свидания. Что такое? Ты грамотный? А вы думаете, мне нет 16? Тут и думать нечего, не мешай. Быстрей, быстрей. Пожалуйста. Тетя, тетенька, я ведь с девушкой. Будет врать-то, ухажер нашелся. Я сказала, не мешай. А ну, перестань. Перестань. Собирай свои вещи и катись отсюда.
Очаровательно просто. Струны загляни. Лады. Володь, завтра я линяю на радио до 4. Как ты тебя боишься? Ну, вообще, ладно. По части дал. Ребята, вот это блок. Этот агрегат служит для бесшвейного скрепления этого блока. Мухин, подойди сюда. Мухин? А это какой Мухин? А он, случайно, не брат этого знаменитого Мухина? Брат. Значит, ребята, вот эти блоки, они поступают вот оттуда, по конвейеру. Машина обрезает вот этот край,
склеивает, наклеивает обложку, потом заготовки поступают в обрезальный цех, и книга готова. Ясно, ребята? Ясно! Скажите, пожалуйста, а где здесь буфет? А буфет у нас, ребята, внизу. А вот там у нас в конце цеха есть автомат с газированной водой, так что можете напиться вдоволь. А сейчас можно попить? Сейчас. Ну ладно, ребята, давайте на водопой, но только недолго, чтобы сразу потом все сюда на работу. Договорились? Давайте. Играете? Играем. Какой счет? 15-4 в мою пользу. 10-0 в мою пользу. Нет, 15-4. Нет, 10-0. Врет. Че ты смеешься? А? Я не смеюсь, а улыбаюсь. Что это у тебя? Что это у тебя на голове? Шляпа с пером. Что, не видишь? Все равно проиграешь. Не-а. Проиграешь? Ни за что. Проиграешь? Не-а. Итак, подвожу итог. Моргнул 14 раз. Ты что, с ума сошла? Чит, у тебя глаза сразу забегали. А может, все-таки 8-5 в мою пользу? Ничего подобного. 14-4. Нет, 8-5. Нет, 14-4. Нет, 8-5. Вот смотри, он сейчас опять проиграет. А она права. А? Не моргай, не моргай. Что это с тобой, а? А ничего. На. Это нечестно. А, 15-4. Какие 15-4 за стакан? 15-4, все. Ты проиграл. Так. Это ты там пиликаешь? Я знаменитым будешь, говорят. И не надоедает тебе каждый день-то. Заставляют. Так это ж с ума сойти можно. Зато мне мама купит велосипед. Слышь, Бугор, ему мама купит велосипед. Хоть бы мухи купили велосипед. Простите, куда это вы увозите барабаны? Не твое дело. Давай. Степан, Степанович, остановите их. Ладно, ладно. Давай, везите, везите, давайте, давайте, поехали. Хватит нам одного барабанщика. Степан, Степан. Так. Я потом позанимаюсь лишних 15 минут, я быстро. Нет, нет, Миша, тебе надо заниматься. Вот когда я приду, ты пойдешь. Мамочка, потом будет поздно. Миша, занимайся. Mm.
За морды тут понависал, рожи какие-то. Не морды это, а музыканты. Музыканты, шаромысы. Не трогайте, отдайте барабан, пустите. Все, все. Не трогайте, я вам говорю. Отдайте барабан. Тюфяк толстый. Я тебе покажу тюфяк. Я тебе покажу. А ну пусти. Не пущу. Что отойдите, не пущу. Отойдите, я вам говорю, все равно не пущу. А я тогда в окно. Стойте. В окно. Что вы делаете? Остановитесь. Лежит, говорят. Стойте, не трогайте! Вот мой барабан! Камни на камне не оставлю! И этот... туда же! И этот... Все! Иди, голубчик, иди! Иди, голубушка! Я наведу порядок! А ты! Сколько можно терпеть? Я жаловаться не люблю! Они из таких! Я сам наведу порядок! Здесь работает мой враг. У тебя есть враги? А как же, вон он, стакан Стаканыч. Сейчас он скажет, следующий. Следующий? Ну, кто там еще? А сейчас скажет, будут желающие. Будут желающие. А желающих-то и нету. Муха, идем. Муха, пожалуйста. Обалдел, что ли? Ирка, да подожди. Ну чего ты из-за пустяка-то? Отвяжись. Да перестань ты злиться. Отстань, говорю. Да постой ты, наконец. Это гадко, гадко. Нашла кого защищать. Ты унизил человека. А ты его знаешь, знаешь? Я не желаю с тобой разговаривать. Ну и не надо. Отдай мою сумку. Пожалуйста. Ира, ну ударь меня. Ну, пожалуйста, ну ударь с размаху. Ира. Ненавижу. Ну. А. Привет. Привет.
Здорово. Привет. Загораешь? Ну. За что? А, кошка с крыши сбросила. Что, обалдел, что ли? Не, я и не так. Я ее к Зунечку привязал. Что ж, я убийца? Ну и как, приземлилась кошка? В том-то и дело, что нет. Неужели грохнулась? Не, на проводах повисла. Ну а потом что? Что тут началось? Мать, конечно, понервничала. Смотри ты, как люди кошек жалеют. Да не, она не из-за кошки, из-за зонтика, японский был. Потом сломался. А кошка? Кошка. Убежала. Куда же она убежала? Тебе мать верит? Конечно. У нас полный контакт. Раз. Раз, раз. О, смотри, Дорорухина! А нарядилась-то! Капочка! Капуля! Капа! А прическа-то! Мухин, ты не знаешь, почему сегодня нет Булкина? А ты, Федорова? Не знаю. Ну вы же всегда вместе приезжаете. Может, вы после работы сходите к нему? Что вы молчите? Здорово. Здорово. Это что, молоко? Квас. Ну да. Дай, дай. Продолжу перечисление состава команды «Спартак Ленинград». Номер 4-й – мастер спорта международного класса Александр Гамов. Номер 5-й – заслуженный мастер спорта Андрей Мухин. Номер 6-й – заслуженный Бабка ругаться будет. Воды долей. Номер 7-й – Толя! Сергей Кузнецов. А, ну что ты там делаешь? Стою. Сейчас же ступай домой, немедленно. Иду, иду. Но я пойду. Иди, детка, иди. Тренера команды Владимира Кондрашина. Мяч у Арзамаскова. Он передает Павлову. Павлов Арзамаскову. Продвигается к щиту. Бросок. Неудача. Еще бросок. Мяч у Андрея Мухина. Бросок. Два очка. Молодец, Андрей. Просто молодец. Публика приветствует своего любимца. В который раз он уже сегодня выручает команду. Он принес 24 очка своей команде. Тренер берет минутный перерыв. Батон. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, здравствуйте. Здравствуй, Лёв. Что ты опять натворил? Честно? Разумеется. Волосы не постриг. Ну? Мама дала 5 рублей на парикмахерскую и за квартиру заплатить. А я машину купил. Какую машину? Игрушечную? Не, такси. И по городу ездил. А вы знаете, какие есть интересные места? Что ты говоришь? Ну и мороженое тоже. Это ужасно, Лёва. Это ужасно. Я тебе 100 раз говорила, постригись. Мама твоя тоже не права. Одежду запирать. Ты же практику пропускаешь. Но я с ней поговорю. Вот это не надо. Почему? Не надо. Почему? Она бить будет. Это тоже знаешь. Не метод воспитания. А чем она еще вам может помочь? Ты голодный? Нет. На, возьми огурец. Татьяна Петровна. Ну, огурец-то возьми. Татьяна Петровна. Огурец возьми, я тебя прошу. Спасибо. Мухин с Федоровой идут, опять поссорились. Мухин, Федорова, идите сюда.
сюрприз. Ну ладно, я пойду. До свидания. До свидания. До свидания. Татьяна Петровна, я постригусь к 1 сентября, чтобы я на рельсах уснул. Помнишь, мы видели фильм? Какой? «My Fair Lady». Правда похоже? Угу. А давай больше не будем ссориться? Давай. А то я после этого как избитый хожу. Я тоже. Спасибо. Ешь на здоровье, расти большой. Ладно. За углом живет Валерка. Ну, здравствуйте, я Мухин. Ой, смотри, смотри, чудак какой. Что он делает? Ну, чудак-то. Ой. Он же под машину попадет. Подожди. Выдает. Ночь хочу. Это очень старый дом. Парам-пам. Ну и что? А знаешь, чем здесь стены поцарапаны? Чем? Гробами. О, гробами. Откуда ты знаешь? А мне Валерка сказал. Много твой Валерка знает. Может, это шкафами или комодами? Нет. Раз Валерка сказал, значит, так и есть. Этому дому больше 100 лет. Больше 100. Давай лучше внизу подожду. Почему? А чего мне там делать? Меня никто не звал. Здрасте. А я? Ты же со мной. Идем, идем. Нет, я все-таки внизу подожду. Да что с тобой сегодня? А, ничего. Ты стесняешься, что ли? Да ты не бойся. Говорить будет один Валерка. Тебе ничего не надо говорить. У него информации всякой, ужас какой-то. А зачем мне? Я газеты читаю. Ну, а ты знаешь, где у кузнечка ухо? Знаю, на голове. А вот представь себе, на ноге. А мы этого не проходили. А Валерка знает. У него все информация, книги, журналы, ну, ладно, я, хватит. Ты. Я тебя внизу подожду. Муха. Не пойду, все. Жаль. Валерка так хотел с тобой познакомиться. Почему именно со мной? Чудак. Кто же не хочет познакомиться с братом знаменитого Мухина? Что ты сказала? Повтори. Я сказала, что он хочет с тобой познакомиться. А что здесь особенного? Пойдем. А мой брат тут при чем? Для информации, да? Как при чем? Ты без него просто Мухин. Обычный Мухин, как тысячи. И ты так думаешь? Да. А разве это не так? Я не хотела тебя обидеть. Ну, извини меня, пожалуйста, Муха. Дура. Севушка, лапша ведь остынет. Не хочу. Ты бы все-таки поел. Отстань. Чего ты не уносишь? Я еще жду. Ты что, надорвешься? Ну да. Что такие скучные? Что вы скучные? Волкин, почему Мухина нет?
Он сказал, что он больше на практику не придет. Что? Он сказал, что он на практику больше не придет. Почему? Ну, он сказал, что он уходит из школы. Что за новости? У него личные причины. Что с Мухиным, Федорова? А почему вы меня спрашиваете? У кого меня спрашивать? Вы всегда вместе, вы дружите, по-моему. Татьяна Петровна, я вас очень прошу. Не надо меня спрашивать, пожалуйста. Это любовь, чтобы я на рисах уснула. Сева очень изменился за последнее время. Мрачный какой-то, все молчит, а то вдруг рявкнет. И вы знаете, кому больше всего достается? Бабушке. А как вы догадались? Я не первый год работаю с детьми. Меня интересует другой вопрос. Вы слышали о том, что Сева собирается уходить из школы? Как уходить? Не слышали. Я тоже, признаюсь, узнала об этом сегодня. И думаю, что у него есть на это причины. Какие могут быть причины? Я не могу вам сказать, но причины есть. Ну, мне-то отцу можно узнать? Ну, если Сева сочтет нужным, он сам вам скажет. А если не скажет? Ничего не поделаешь. Ну, я ему выдам. Вот видите, как просто. Я ему выдам. Ну, вы ему выдадите, я ему выдам. Это не метод воспитания. Простите меня за вопрос. Вот когда ему звонят девочки, вы насмехаетесь, как-то подшучиваете над ним? Бывает. Бывает. А старшего брата ставите в пример, да? Ну, а как же не ставить? Нет, я понимаю, я не в этом смысле. Ну, вот бывает так, что вот старший брат, гордость семьи, а ты такой сякой, недотёпа, там неизвестно, что из тебя вырастет, бывает? Ну, под горячую руку. Под горячую руку. Где его барабан? На чердаке. Чумгам. Всех замучил. Как просто. Всех замучил. Любовь — это терпение. Простите, у вас дети есть? Что? У вас дети есть? А, дети? Да, девочка. Ну и как у вас насчет терпения? Плохо. А что вы сравниваете? Ей 1.5 года. Я просто не могу с ней практически договориться. Она ничего не говорит еще. Вот и все. За все 1.5 года она научилась говорить одно слово. Пока. А вы имеете дело со взрослым человеком. Может быть, он будет музыкантом. Thank you.
Ты где шлялся? На практике, где же еще? Ладно, старик, ври умнее. Учительница приходила. Сказала, что тебя в другую школу переводят. А это не твое дело. Сева, к тебе учительница приходила. Знаю. Мне никто не звонил. Какая-то Тарарухина. Сева, давай убежим из дома, а? А что? Стоит подумать. И никому не скажем, что мы убежим, а? Никому. Ребята, могу кое-что показать. Дятел. Дятел. Тот самый? Тот самый. Тук-тук. Мама! Тук-тук. Девушка, ты бы покушал. Не буду. Ну тогда иди спать. Не пойду, поставили и буду стоять. Ты его видела? Видела. Ты его в руках держала? Держала. Длинный видел? Откуда я знаю, где твой камень? Пап, ну как дела? Ты на кой нужен тебе этот булыжник? Ну нужен, нужен. Но не булыжник это, а талисман. Талисман. Бабушка, ну вспомни, ну куда ты его делал? Он же всегда со мной был. Ну был. Ну и куда ты его делал? Ну, мама. Ты его в руках держала? Бабушка, ну вспомни. Вспомни, господи. Бабушка. Ой, ребятки, вы попридержите девочку покрепче, я ведь вспомнила. Где? Тихо. Тихо. Иди помоги. Thank you.
Батон, давай скорее, ребята ждут. Сейчас. Ну, немного осталось. Слушай, а кто у вас бас-гитара? Гаврила. Это я, длинный? Длинный. 42-й школы? Ага. Да. А ты ей звонил? Звонил. Ну, что у вас там? Ничего, помолчали. И кто победил? Я, конечно. Да. Ну, ладно, иди одевайся, я докрашу. Слушай, у меня получится? Да и гитара тоже. Нормальная гитара. Ты бы видел мои барабаны. Да? Полы я вымыл. Угу. В магазин сходил. Угу. Дверь покрасил. Нормально? Молодец. Мать и девица. И все за месяц, по собственной воле. Только записку оставь. Ну? Пошли? Пошли. Покажи-ка еще раз. А, ясно. Гляди-ка, иду. Явились. Вот, знакомьтесь, гитару привел. Долго же мы тебя ждали. Ничего, подождешь. Лева. Бас-гитара. Вот ты кончай. Сувенир ведь. Миша. Лева. Миша. Ну, пошли. Вас помирить? Не суйся не в свое дело. Пока ты здесь ходишь, дуешься, Ирочка получает интересную информацию от одного типа. Между прочим, а где у кузнечка ухо? На ноге. Кошмар, да?
Все, я звоню. Анна, да помирите же вы. Повесила. Ну ладно, пока. До осени. А дождик льет, окопы заливая. По всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Продолжаются, все живы-здоровы, все играют. Батоша! Футболисты проводят, исключив полных, команды проводят в полных составах. Абулин пошел вперед. А вот в сегодняшнем матче крайние защитники команды Югославии не часто идут вперед. Майер и Джаич. Майер опередил нападающего. Здравствуй. Здравствуй. А я думал, ты в лагере. Муха уже там. Я знаю. Я тоже скоро уезжаю. Ну вот, теперь вам будет о чем написать сочинение. Мне не надо писать. Почему? Я уезжаю насовсем. Как насовсем? Послезавтра. Отец получил направление в Мурманск. Он же военный. Я понимаю. А я пришла попрощаться. До свидания. До свидания. Ира, а Мухе что передать? Я ему написала. Мухину не видели? Отца не видели. Эй, Муха, тебе письмо. Ну-ка, Муха, попляши. Кончай, отдай. Из дома? Нет. Гаврила. Гаврил. А? Тихо. Я ухожу. Скажи, чтобы за меня не беспокоились. Куда? В город. А как же я? Что, я один здесь останусь, что ли? Ну, в общем, скажешь. Ладно. А что случилось? Скажи по личному делу. Ну, все, пока. Пока. Thank you.
плохо. Подожди. Чего? Я провожу тебя, ладно? Гаврил, вернись лучше в лагерь. Ну тогда возьми мою куртку. Да не надо. Ну возьми. Ну ладно. Спасибо. Давай. Я к вечеру вернусь. Какой вагон? Девятый.